Представляем вашему вниманию коляску-трость McLaren Techno XT, предназначенную для детей от рождения до 3-4 лет весом до 15 кг. Перед вами модель 2013 года. Она более функциональна, чем ее предшественники. Весит коляска всего 7,2 кг. Путешествовать с ней просто и удобно. Коляска имеет две удобные ручки эргономичной формы. Ручки можно отрегулировать по высоте, нажав на клавишу и выбрав нужное вам положение. Также в комплект входит ремешок на запястье, который можно закрепить на любой из ручек и который поможет вам контролировать коляску в любой ситуации. Большой съемный водонепроницаемый капюшон имеет убираемый козырек. Капюшон защищает от ультрафиолетового излучения в соответствии с австралийским стандартом. Также капюшон можно расширить, расстегнув молнию в задней его части. Это отличная защита от непогоды. По бокам имеются вентилируемые вставки. На задней части капюшона имеется смотровое окно, а также два небольших кармашка для различных мелочей. Капюшон оснащен функцией StayBack, благодаря которой тент не падает на колеса и не пачкается, когда коляска сложена. Это также новшество 2013 года. Пятиточечные ремни безопасности с мягкими накладками регулируются в зависимости от роста вашего ребенка. Ремни расстегиваются при нажатии кнопок с двух сторон замка. Это просто сделать взрослому, но ваш ребенок не сможет этого сделать самостоятельно. Также в комплект входит мягкий подголовник для малыша. Его легко можно будет снять, когда он станет не нужен. Наклон спинки сидения регулируется в четырех положениях при помощи рычага, который расположен на задней стороне спинки. Вот таким образом. Обратите внимание, чуть выше подголовника имеется мягкая фиксирующая вставка, которая не позволит вашему малышу выскользнуть из коляски во время движения, когда он спит. Снизу имеется защита для ног, которая несет аналогичные функции. Ее можно отстегнуть, а затем убрать в кармашек под подножкой коляски. Положение подножки с легкостью можно отрегулировать при помощи фиксатора по бокам снизу. Коляска обладает превосходной маневренностью. Это достигается за счет передних поворотных колес с блокировкой. Чтобы заблокировать колесо, достаточно поднять фиксатор вверх. Если вы едете по неровной поверхности, снегу или песку, колеса лучше заблокировать. Все колеса сдвоенные и выполнены из материала EVA. Это тот же самый материал, который используется в изготовлении беговых кроссовок для амортизации и смягчения толчков. Обратите внимание, на колесах имеются светоотражающие элементы. Это очень удобно при прогулке в темное время суток. Такие элементы мы можем также встретить на раме коляски, прогулочном сидении и капюшоне. Внизу мы видим вместительную корзину для покупок. В моделях 2013 года корзина для покупок значительно расширена. Ножной тормоз блокирует сразу оба задних колеса. Он оборудован двумя красными педалями. Чтобы поставить коляску на тормоз, достаточно опустить одну из них вниз. Чтобы снять коляску с тормоза, поднимите педаль вверх. Сложить коляску проще простого. Просто поднимите красный фиксатор посередине вверх, опустите фиксатор справа и сложите коляску вот таким вот образом. Справа имеется защита от раскладывания, а слева вы найдете удобную ручку для переноски. Разложить коляску еще проще. Ослабьте защиту от раскладывания и потяните ручки коляски на себя. Затем опустите вниз фиксирующую педаль. Коляска готова к прогулке. В комплект коляски McLaren Techno XT входят дождевик, подголовник и инструкция. Также вы можете дополнить свою коляску аксессуарами, например, сумкой для мамы, матрасиком, муфтой и москитной сеткой.